Мисочку. Уф, мощом заскорчу. Да, я тоже. Ё-моё, код, по-моему, забыл скопировать. Да, сейчас, подожди. Все, идет ролик. Харлин, наконец-то. Сейчас бы немного отдохнуть. Похоже. А, это. Я это помню. Это жесть. Особенно на сложном. Особенно, ну, по крайней мере, на сложном я не играю. Ночью, неведомо откуда, появилась огромная армия исчадий тьмы. Они уже напали. Ты за туповозкой побежишь. А сейчас они направляются сюда. Да, а ты будешь обороняться тут. Я помню, как я там забаррикадировался. И буду защищать деревню. Ты должна как можно быстрее добраться до лорда Утера. Стоп. И рассказать ему о случившемся. Я должен добраться до лорда Утера. Джайна, иди. Дорога каждая секунда. Ты не за Джайну играешь, ты за капитана. А. Джайна же сачки дает. О! Постой! Что находится в этих ящиках? Куча говна. Очередной груз зерна и жандарала. Не беспокойтесь, милорд. Зерно уже раздали крестьянам. О, нет. Куча говна раздали. Значит, эта чума не убивает людей. Она превращает их в зомби. Они еще не превратились, он кричит, превращает их в зомби. Нужно мне за это сыграть. Ух ты, капитан герой. Что у меня за способности такие? Ясно. Мне ясно, что мне ничего не понятно. Так, работники. Я служу сыну. Так, короче. Строим небольшую, короче, небольшое количество войск, а потом строим башни. Вот такая вот тактика. Плохая, я уж хотел сразу эти. Потом после 20 минуты я ломаюсь к труповозкам и ух ты, 20 минут. Разбиваю их на запчасти и потом возвращаюсь. А они же вроде минут через 10 появятся, нет? Не нужно кланяться. А ты тупо сидишь на базе. Так, стрелок стоит дороже, план, как ублюдка. Сразу улучшение на здание делай. А что? Лесопилки. Лесопилки? Где у меня лесопилки-то? Так, улучшенный твой блин, не было не хватает. Я имею в виду, который после, которое здание улучшает. Ну пофиг, и так можно. Готов. Личный дерево тоже не помешает мне. Так. Я служу свету. Уже идет нежить. Уже? Сверху. Быстрее. Мы не они нет, тут нет. Уже лупят все. Так, это мои башенечки. Так, тут одна твоя, одна моя, а тут твои. Так, где мы рабочие? Блин, мы почти не уничтожили. Ты ее людей нет. Нет. Блин, у меня казарм, походу, нет. Значит, тогда так. Значит, тебе бы, наверное, представить. А, нет, вот же есть казарма. Так, ясно. На сервере я один, значит, вырубаю. Все. Этот канал недоступен, а, это только канал Сэри. Сверху особо не наступает, так что надо удерживать слева и по центру. Слева. Вот уже по центру бегут. Чего? Наш город осаждают враги. Конечно. Блин, на мою башню именно. Пушки мои. Зато их трое. Отличный план. Давай Hero Captain.
будет за тобой пока что ходить. Исследование завершено. Да, господин. Быстрее бы это золото добывалось. Опять работа? Здесь не все равно. Дневники общения, задания. Я пойду съеду по грибу. Так, в принципе, 4 минуты мы уже продержались. Это хоть что-то. Свет дает мне силу. Исследование завершено. Где враг? Так, я буду башенки строить. Так, желтый еще звук. Идут с центра. Сканеру, с центра. И на твою именно башню, но повезло, твой воин прикрыл. А ты свою башню чипки собираешься? Да. Ну, починю. Не нужно кланяться. Так. Я пока что стенку тут строю. Сейчас целителей надо будет понанимать. Сверху особо не строй, потому что они редко оттуда идут. На основное внимание делай на центре и на... На центре? Ну, слева. На в основном с центра идут они. Так что с центра внимание. Побежали, побежали. Так, ну это твое. Ты сам целительный мой. Все, я больше ничего прокачать не могу. Жаль. Ой-ой. Главное вовремя их улучшить. И не забывать, что труповозки иногда прут. Отличный план. Исследование завершено. Ай! Они что, моего рабочего одного убьют? Не убьют. Я служу свету. Конечно. Вот тут дешевые эти башни охранные, сторожевые. 70-50, а там вообще нереально какая-то стоимость была. В Рейгану в хаос. Так, блин, где его нужно? Где он мне? Так, ладно, сверху я все прокачал. Хорошо. Сейчас еще тут прокачаю. А че ты не наймешь себе работников на рудник, а то всего трое их? Золото медленно так идет. Чем могу помочь? Не хватает золота. Да. Так. Да, господин. Постройка завершена. Бабло вот. А вот тут ты строить будешь? Буду, наверное. Только сначала найму нескольких воинов. И голд накоплю. Не, сначала голд накоплю, потом поставлю. Найми себе пару работников на рудник. Еще? Они будут. Двоих. Достаточно будет. У меня золота нету. Так быстрее. Ох, черт, они прут сверху. Сверху? Повезло. Повезло, что ты там башни поставил. Спокойно их уже уделали.
Я тут в конце так подошел. Да блин, у тебя есть лишнее золото? Лишнее. А зачем оно? Мне рабочие нужны. Там же большой караван нежити. Что за каросан, блин? Я все понял. Так, ну ладно, я за караванщиком. Один? Да, одним Артасом. На верную смерть. Экстремал. О, как раз вот отряд нежити идет. Сейчас некроманта убью, блин. Адепт. Не адепт. Да блин, отъебитесь от меня. Отличный план. Разумеется. Отличный план. Блин, армия зомбиков и урдоков к нам идет. И еще идет. Откуда? Снизу. Блин. Я служу свету. Тут где мои войска? Конечно. Да. Не богат у меня с войсками. Во имя правосудия. О, надо на капитана потыкать. Разумеется. За честь и отвагу. Конечно. Чё у него все пассивки? А, зубки, не пассивка. Быстрее, братья. Если мы потеряем груз, повелитель сдерёт с нас шкуру. Быстрее стойте. Чем могу помочь? Опять работа, враг. Так, одну тачку уничтожил. Блин! Блин. Я люди поставил. Чё, убили что ли? Не-не-не. Чума. Один вурдалак всё-таки осмелился за мной пойти. Сейчас я его прикончу. Так. Потыкаем на капитана. Да, сэр. Нужно было стать крестьянином, как хотел мой отец. Жалование гроши, а службы не сахар. По крайней мере, я на хорошем счету у королевской семьи. Что прикажете? Да? И кошак тоже не укрыт. Я служу свету. Свет кошак, это не сила. Это не он. Я служу свету. Так, еще две труповозки оставят. Блин, опять снизу нападают. Одну башню грохнули. Свет дает мне силу. Так, караван двинулся. Отличный план. Конечно. Но он не успеет добраться. Овечка! Да? Чего? Здесь нельзя строить. Я убил овечку. Какой же ты кровожадный. Здесь нельзя строить. По имя вот и это. Свет, да, я видел. Так, почти еще чуть-чуть осталось, сейчас сдохнет этот караван. Будем молиться свету, чтобы зараженное зерно больше светок возьми. Ну сейчас я же его беру. Точнее, медальку беру. Все. Валю отсюда нафиг. Так, это у нас вроде все, да? Так, все, теперь тупо сидим в обороне. Ничего не делаем. Блин, еще нежить пошла и труповозка, блин. Я на труповозке пойду. А сид, вот ты в его моче. О, овечки. Отличный план. За честь и отвагу. Ты что, ты говорил, овечки взрываться могут? В мультиплеере они не взрываются, это в одиночке. Хорошо. Только. Я проверял уже. Не хватает... А так бы было прикольно бы. Такой красивый взрыв. Свет дает мне силу. Чего? Я не видел никогда. Куда стрелять? Так, кстати, мы забыли, что внизу подкрепление есть. Да? Увидишь сейчас. Три пехотинца халявных. Разумеется.
Отлично. Мы будем драться за лорда Рона. Упс, а тут два. Мужики! Ну я помню, три их было. Видно, тут одного урезали тупо и все. Один из них ой. Ну, чтобы по-честному, да. Кто-нибудь ранен? Опять работает. Чё он мой такой медленный? Хорошо, здесь нельзя строить. Мы кстати, как там наша карта поживает? Хорошо. Никак я её даже не открывал. Ну, я не нужно хвалиться. Свет дает мне силу. Кстати, а может компанию сделаем? У меня давно валяется начало компании про короля лича. Как это делал, от нечего делать потом. На, почти сделал раз у эльфов и забил. Теперь я действительно напал. Ты ничего, мою башню сломали, что ли? А, не твою. Ничего не сломали. Тут что, вроде башни была, нет? Нет. А, это значит, все, что все башни были. Я в ту сторону не ставил. Странно. Свет дает мне силу. Тут все равно. Так. Короче, стоп, обороняемся еще 15 минут, я пока что-нибудь другое поиграю. Так, где мои войска? Где Артас? Где Артас? Все, пусть за ним ходят. Зачем они меня сейчас окружат, я не выберусь. Скажешь, если я окружу. Где враг? А, пока ты их уберешь, уже там убьют меня. Так и они ж тебя окружат, как тебя убьют. Они ж, они драться. Я имею в виду, на базу прорвутся. Ну, только что-то атаки какие-то слабенькие. Возможно, это чисто из-за сложности. Интересно, я тебя убить могу. Во имя правосудия. За моего отца. Разумеется. Похоже, что да. Ах ты сволочь. Не нужно кланяться. Дает мне силу. Интересно, вообще Артас 6 уровня достигнет? Я служу свету. А следующая глава вообще легкая какая-то. Ну, у меня места на нее, наверное, не хватит. Блин. Я отправил воинов на то, чтобы чинить башню. Готово. Постройка завершена. Чё я туплю-то? Кстати, а не проще было просто убить вот эту всю нежить, а потом тупо хрень умается? А ты уверен, что вообще можно эту нежить убить? Там же нереальное количество войск. Если тут коды действуют, то реально. Разумеется. Могу показать. Постройка завершена. Свет дает мне силу. Чем могу помочь? Да, господин. Во имя правосудия. Самоубийца, блин. Постройка завершена. Отличный план. Так, сверху идут. Отличный план. На что жалуетесь? Похер. Маленькая волна. Несколько вурдалаков и некроманты. Вот, собственно, и база. Разумеется. Если видишь, быстрее. Я думаю, мощнее. Конечно. Разумеется. Конечно. Кухня на тебя замораживает, уже на руба нету. Разумеется. Во имя правосудия. Там 10 уровня. Король мертвых. Нет. Она фиолетовая 6. Короче, если ульта будет, то все. Крынздец. Блин, ну весь лес вырубили. Нас Гринпис убьет. Наш город осаждают враги.
Куда это идет? А. Самоубийца рабочий. Два мясника и труповозка. Легко. Свет дает мне силу. Да, ваш брат. Разумеется. Ты там качаешь? А тут особо уже нечего качать. В смысле, ты скачал, что ли? А, Гаррис Мод? Как я, если бы я его качал, сейчас бы логи нереальные были. Поэтому не качаю. Ясно. Так, а у нас дерево кончилось. А снизу? Лесопилку поставить. Снизу далековато, конечно, но лесопилку тоже негде особо поставить. Да, негде, тут это, дорога. А вот тут? А где тут злаки? Можно вот тут где-нибудь. Хорошо. Вот здесь можно, рядом с башнями. Здесь, а? Не знаю. Здесь много как раз его. Хватит на 10 минут. Я в другом месте поставлю, я вот тут поставлю. Так, что тут, один рабочий-то? Где у меня второй? И чуть дальше поставлю. Тут как раз для лесопилки. Укажите цель. Так, все, пусть бежит, ленивая тварь. Сюда. Подсказка. Осталось 10 минут до прибытия утра. Ну и подсказочка, блин. Ой, в последнюю минуту вообще жопа будет. Где враг? Да прям. Я даже на высоком один игрок, и как-то не особо жопа была. Да? В конце, когда пришли... Больше половину войск делал так вот этими башнями. Там в конце остатки были, у меня тоже остатки остались. Не знаю, я на легком там еле это прошел. Мне там в конце они тупо уже пришли, все башни порушили и вели ратушу. Ну когда я первый раз делал прохождение по Варкрафту, у меня они прорвались тут и чуть крепость не уничтожили. А во второй раз как-то легко было. Так, опять нежить прёт. В этот раз еще что-то более-менее. Ай, работника грохнули. Блин, они так любят работников. Во имя правосудия. Что добывайся? Чё-то по центру никто не идет. Не накархай. Да хрена башен слева у меня. И спокойно убивают все. У тебя одну башню, по-моему, сломали. А, чё ты хрень? Чё мне игра свернулась? Только сказал, что они идут по центру. Пришел один некромант, самоубийца. У меня одна игра скачалась. Вот, кстати, много на нее обзоров сделали, еще посмотрю. Как это она называется? И два мясника сверху идет. Ну, сверху я делаю. Так. Ну, работничек чинит, а они тупо на эту башню агрятся. Блин. Все, теперь загрелся на работников и сдох. Не успел дойти. Так, еще 8 минут. Достаточное количество обзоров ты сделали. Так, я пишу, что надо. Мои рабочие целы. Да, господин. Да, они целы. Опять работа. Кто
кто-нибудь? Прикажете открыть огонь? Я иду. Кстати, а чё ты не с Никитой? А? А чё ты не с Никитой? А, он не хочет. Он типа меня кинул. Может наоборот? Так я на время оставлю свой пост. Пойду прогуляюсь. Осторожней там. А что? Что-то не так? Увидишь по пути. Не хочу рисковать. Ясно. Я служу свету. Так вот откуда они прут, да? Нет, там тупо одна башня и вот эта парочка. А, да, да ладно. Стоп, где еще один воин? А. Свет дает мне силу. Так, ты пока там разбирайся, я одного работничка на рудничок отправлю. Пошли на нас. По центру. Ух, ё-моё-то! Блин, там волна на нас попёрла. Я вижу. Иду. Они мою башню уничтожили. Да нет, сверху. 10-й уровень пришел вот этот. Так они еще и по центру идут. Там труповозка. Вот и началась, блин, жопа. Лучше обратно иди. Да, господин. А, мой работник спокойно мимо прошел. Они не обращают внимания, только труповозка. Ай-яй-яй. Конечно. А я одному моего убили. За честь и отвагу. Ой, труповозка есть. Убили моего работничка. Работники. Опять работа? Нет, расходов шикарно. Блин, я сейчас сдохну. Не умирай. Я служу и не 10-го, а 6-го. Я уже пришел на помощь. Мне все мое войско завалили. Чем могу помочь? Правильно, потому что ты там вышел, надо рядом с башнями. О, они убегают. Я походу понял, что они приперлись, они базу защищали. Готово. Отличный план. Так. Если пока что армию новую построю. Мне как раз бабла дофига. Мне тоже. Ну не особо так дофига, но. За честь и отвагу. Отличный план. Да, действительно, они походу защищаются тут. А чё, можем так повеселиться, их побить? Конечно. Будет исполнен. Блин. Отличный план. Кого-то грохнули, двоих грохнули. Какая потеря жестокая. Ща, я своих так пока устанавливаю. Я служу свету. Свет дает мне силу. Отличный план. Так, ферк построю. Готово. Ну, приперлись. Не нужно платить. Свет дает мне силу. Ну, моя армия, вы что ее бьете? Я же только что построил. Я несу исцеление. На нас напали, где враг. Свет дает мне силу. Так, пойду вторую башню грохну и потом отправлю самоубийцу. Интересно, что там с караваном-то? Он дошел туда. А ты его не убил? Ну, я труповозку уничтожил, остальных оставил. Пиша. Конечно. Отличный план. Готов? Конечно. Разумеется. За честь и отвагу! Где враг? Конечно. Разумеется. Кто-нибудь ранен? Да, мой друг. Я готов. Ваша воля. Как скажете. Свет дает мне силу. Укажите цель. Можешь быстрее?
иду. Хороший ход. Истинно так. Чего? А, ты их убил, да? Все, путь свободен. Я пока наблюдаю за твоим работником. Там еще один лишний рудник можешь взять. Правда, пока он построит уже, мы выживем. Ты уверен в этом? Да, 1.5 минуты осталось. Блин, будет ли у меня 6-й уровень? Походу будет. Все, все поперли они. Блин. Один включил порчу, все, теперь сейчас они уничтожат наши башни. Не по центру все идут, ё-моё. Блин, давай быстрее до своих. Бегу. Все, рудник у меня кончился, блин. Надо было все-таки свои башни апгрейдить. Они и снизу идут тоже. Ну я же говорю, жопа. Я служу свету. Да не, не жопа, мы выиграли. Так, все, у меня ульта. Блин, капитан ленивый, ты чё не бежишь? Сейчас 4-й же уровень будет. Я пойду Герма чить. Да, блин. Так, я сейчас своих работничков позову. Ай-яй-яй. Отлично, невозможно. Им нет числа. Все, я Герыча замочу 10-го. А я только 6-го мочу. И меня сейчас замочат, кстати. Убей кого-нибудь, у меня следующий левел будет. Ура! На что же? Что-то работников не густо. А, я же часть отправил-то на верхний рудник. Все, мы выжили. Да, 2-1. Победа! Остались одни труповозки и пара мясников. Мы по-любому выжили. А-ха! И часть приперлась ко мне наверх. Смотри, твоя лесопилка. Снизу, что ли? Вот только что была она. Это моя. У нашей башни там остались, не стреляют ни хрена. Хренак. А вот и Утер собственной персоной. Всего-то несколько янга. Да ну нафиг, маленькая армия. Это армия, что ли? Да, охренеть, какой мы уже тут всех порвали, как всегда. Давно закончили уже его там осадки. А следующее случайно не Малганус, нет? Я удивлен, что тебе удалось сдерживать их натиск так долго, мой мальчик. Удивлен? Если бы я опоздал... Знаешь, Утер, я сделал все, что мог. Конечно, если бы у меня за спиной был легион всадников. Сейчас не время выбирать. Это только начало. Начало? Выполняются каждый раз, когда гибнет кто-то из наших воинов. А у нас никто не гибнет. Значит, мы должны ударить по их повелителям. Значит, вот этот, что, то, что слева, сейчас станет нежитью, да? Убью Малгануса. Плюс один. Ты же мой мальчик. Несмотря на всю твою храбрость. Артас вскоре станет нежитью. Кто командует легионом. А капитан будет прислугой. Тогда счастливо останусь. Фах. Я ухожу. С тобой или без тебя? Ухожу с тобой или без тебя. И что? Ура! Все. Неужели? Смотри, ни одного здания на карте. Два. Так,